Камеры видеонаблюдения, установленные в столичном метро, зафиксировали, как по перрону идут молодые люди. Один из них держится за лицо. Он ранен. Подходит сотрудник полиции, выясняет, что произошло. Пострадавший рассказывает, в него только что стреляли. И вот уже через несколько минут стрелок задержан. За что задержан сегодня? Хулиганство. Поподробнее. Пристали. Кто пристал? Граждане Таджикистана. Я сидел вот так. Они зашли, сразу в глаза посмотрел. Словно дальше ехали. Он говорит, что смотришь? Говорит. Я говорю, мне глаза данные, говорю, чтобы смотреть, говорю. Слово за что перед рукой махать начал. Перед лицом, то есть. И пошло-поехало. Пошло-поехало – это драка и выстрел в лицо оппонента. Практически в упор. Молодой человек выжил чудом. Как вы себя вообще чувствуете? Сейчас надо. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение среднего вреда здоровью с применением оружия». Кроме того, выяснилось, что задержанный подозревается еще в одном преступлении. Данное уголовное дело в настоящий момент будет направлено в Главное управление МВД России по Московской области в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Это совершение разбоя группы лиц по предварительному сговору буквально за неделю до событий, имеющих место в московском метрополитене. Тому, кто в этом человеке узнал и своего обидчика, следует обратиться в полицию.